В одном из роддомов Киева родился ребеночек. Маленький такой мальчик, грамм под 300-700, 3-700 где-то так вот. Сидят Кличко, Шевченко и Зеленский, думают: о, говорит, хорошо, хорошо, надо дать ему квартиру уже. Кличко говорит: боксером, наверное, будет. Почему? Да смотри, как он ручонками машет, машет, машет ручонками, наверное, боксер будет. Шевченко говорит: нет, футболистом, смотри, ножками как перебирает так. А Зеленский говорит: нет, наверное, все-таки он будет президентом, моим преемником. Почему? Говорит: смотрите, обосрался и молчит.